детстве у каждого из нас были свои любимые игрушки, но у всех они были разные. Итак, по мотивам фильма «Игрушка». Представьте, олигарх купил своему сыну целую команду КВН. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл. Скажите, кто в хоккей канадцам проиграли? На это каждый ответит, конечно, наши. Стой, папа, да? Достаточно. Думаю, договорились. Вы присмотрите за моим сыном на выходных, я помогу с финансированием. Сынок, если что, звони папе. Кстати, в ваших интересах, чтобы он мне не звонил. Пока, папа! Равняйся смирно! Забудьте все, чему вас учили законы Российской Федерации! Мы что, в Турцию летим? Молчать! Как зовут? Ваня. Теперь ты не Ваня, теперь ты рядовой Вонючка! Понятно, кто ты? Понятно, кто ты, я спрашиваю? Рядовой Вонючка. Громче мне не слышно! Не ты, а ты! Рядовой Вонючка! Громче! Рядовой Вонючка! Я не слышу! Рядовой Вонючка, сэр! Теперь тише! Рядовой Вонючка. Теперь нараспев! Рядовой Вонючка. Теперь как Серов! О, это чудо! Я рядовой Вонючка! Молодец, рядовой Вонючка! Я что-то смешное сказал! Солдат, ты знаешь, где находится печень? Нет, сэр! Вот здесь! А ты, солдат, знаешь, где находится печень? Да, сэр! Молодец! Теперь ты! Как зовут? Вика! Моя армия не место девчонкам! Теперь ты рядовой Сергей! Понятно? Так, точно, сэр! Как тебя зовут, солдат? Рядовой Сергей, сэр! Что-то в тебе есть, рядовой Сергей! Я вам устрою, у вас земля под ногами гореть вы будет. Вы у меня в сауне стоя спать будете. Откуда ты, сынок? Из Краснодарского края, сэр. В Краснодарском крае живут либо овощи, либо комбайнеры. Что-то я не вижу здесь комбайна, овощ. Рядовой кит, шаг вперед. Это ты у меня землю жрать будешь, это ты в прихожей натоптал. Да, сэр. За мной, рядовой кит. Кто в прихожей натоптал? Кит в прихожей натоптал. Ой, что происходит? Мне нос сломал. Да, успокойтесь, это всего лишь навсего вредный мальчик. Сейчас мы с ним пару часов поиграем в подвижные игры, и он устанет и уснет. Сейчас что делать? Что делать? Пойдемте в детскую, возьмем детские игрушки, начнем его развлекать. Пойдем. Да подними выше, мне неудобно. Мяч. О, индейцы. Хау, великий вождь. Хау, огромный воланчик. Перестань, это не воланчик. Скажи нам, о великий вождь, зачем ты ограбил почтовый экспресс? Я филателист. Кстати, а что это за груда камней? Это могила моего деда. Как умер твой дед? Его завалило камнями. Прощай, великий вождь. Прощай, огромный воланчик. Мальчик, мальчик. Что, огромный мужик? У нас для тебя подарок, песня. Девочка красивая в городе жила. Очень неприступная девочка была. В школе не шалила и вела дневник. И за эти записи сядет трудовик. Эй! Мне нравится! Я сейчас папе позвоню! Что? Новый хозяин! Надо! Вы кто? Двое из ларца одинаковых с лица! Чё-то вы не похожи! Мы из разных ларцов от разных отцов! Мне не нравится! Сейчас я папе позвоню. Подожди, мальчик, не звони, смотри, что я нашел. Цесарочка! Вау! Мальчик, а хочешь, я тебе добрую сказку расскажу? Добрую не хочу, хочу злую. Ну, слушаешь, злую. Жили-были дед да бабка. Ну, там дед бабке случайно палец отрубил. Ну, они его выкидывать не стали, в тряпку завернули и спать пошли. Ну, вдруг что? Утром проснулись, кинулись к тряпке, думали, там мальчик с пальчик будет. Но суровые жизненные реалии были приближены к бабке и деду. Развернули они тряпку, а там бабкин палец. Что, страшно? Папа! Сарочка! Вау! Я понял, что я хочу. Я хочу играть в супергероев. Яша, пойди переоденься в Человека-паука. Да не таких супергероев, в реальных супергероев. Ого! Это кто? Я человек-пенсия. А я человек-потребительская корзина. А что это у вас человек-пенсия меньше, чем человек-потребительская корзина?
Мне пообещали, что после Нового года я вырасту на 2,5% по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Я не понимаю, что он говорит. Подожди. Подожди, мальчик. Давай в самураев поиграем. Ну а, самураев. Мой ученик. Ты жил в моем доме. Чё-то ты не похож на самурая. Мальчик, Оля! Ты что делаешь? Мальчик, прекрати. Перестань, мальчик, ты что, с ума сошел? Да хватит, я тебе говорю, мальчик, да хватит. Осудаю самураю. Не осудаю, думаю, осудаю, осудаю вас. Да, нам осудаю, да, осудаю, думаю, осудаю, да. Туц-туц-туц. I like to move it, move it. 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 You like a move it. Мальчик, нельзя так обращаться с живыми людьми. Да я сейчас папе позвоню. Подожди, не звони. Пусть звонит, Коля, он там звонил. Да подождите, стоп. Хватит. Мальчик, тебе в жизни все слишком легко достается. Пойми, твой отец не всегда будет рядом с тобой. Когда-нибудь ты вырастешь, тебе придется работать. Вон у меня дядька в Армавире памятник Ленину каждый день со шланга поливает. Чтобы вы не уволили, рядом голубятню завел. Дед до 95 лет в цирке канатоходцем проработал. Последние 10 лет вообще на костылях по трем канатам ходил. Добрее нужно быть, мальчик. Послушай, мальчик, напоследок хотелось бы тебе несколько советов от нашей команды дать. Ну, чтоб ты знал, как правильно в жизни приоритеты расставлять. Ну, во-первых, всегда будь на расслабоне, как наша команда в прошедшем и этом сезоне. В детстве можно не задумываясь мечтать, и кажется, весь мир можно объять. Сталкиваясь с серыми буднями и понимаешь, что мечта уходит. Но не пытайся быть как все, ты же сильный, иди смело к своей мечте. Мы в детстве о чем-то сильно мечтали, мечтам доверяли из детства. Неси с собой свои тайны, однажды случайно мечта станет явью. Детство, детство, детство. Алло, па, можно они у нас еще на недельку останутся? Я из них эту дурь выбью, папа, равняйсь! Смирно, на поклон!